Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня с подписчиками играем в Roblox, мой любимый Tower Battles. И как видите, я накопил 2000 кредитов и хочу купить 5-й слот. Давай, 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 не, назад, назад, назад. Где башни, башни, башни? А как его купить? Как купить еще один слот? А, вот он же, вот, 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 то 5-я башня. Давай, лобысь. Все, готово. Так, и кого мы возьмем? Конечно, мы возьмем Файзера. Так, Файзера вот туда поставим. Хлобысь. Файзер у нас уже есть. Мы тогда возьмем этого. Риалганера, точно. Че я туплю? Все, Риалганер, гол. И подходим 3 на 3. Готовы. Фу, вот мы собрали команду из подписчиков. Надеюсь, никто не ливанет. 3 на 3. Так, че какую голосуем? Ну, конечно же, за Military Base. Ага, ага, так, трое вижу. Кто вылетел один? Это будет нечестно. Кого-то одного нету. Подписон, ты где потерялся? По-моему, Даня. О, один вылетел. Капец. Ну что делать, придется так играть. Здорово, здорово. Все окей. Все просто супер. Ну что, ребята, полетели. Так, давайте я поставлю, как обычно, сначала фермочку. Фермочку, бенч. И сейчас накоплю на джипарей. Так, с кем мы играем, короче? О, здорово, братюня. Так, мы в команде... Какой я в команде? Я в команде красных. Красных, вот. Ой, ты же у нас этот, лазутчик. Синий к нам приполз. Ну-ка, сейчас глянем. Ну-ка. Что у них тут? Здорово, братюня. Бро, здорово. Короче, всем привет. Всех поздравляю, вы в видосе. Так, что у нас там 200 есть? Надо что-то строить. Строить. Так, мы, короче, поставили джипарей. Я поставил джипаря и ферму. Кто еще у нас там играет за нас? Он поставил ферму, мой союзник. И... А кто еще? А, вон, вижу, снайпорюга. Снайпорюга тоже хорошо стреляет. Так, а у них кто? Кто играет? А чем они играют? Ага. О, это же Санта-Клаус. Нифига себе, кто-то ивент прошел. Ну-ка, признавайтесь, кто прошел ивент. Пишите в комментариях. Так, у них снайпер тоже еще. Снайпер тоже фигачит. Снайпер огонь. Так, надо ферму апнуть. Надо ферму апнуть. У меня деньги пока есть. Быстро. Апаем ферму. Оп. Все, огонь. И мне что-то все пишут, что один джип апгрейженный лучше, чем два неапгрейженных. Не знаю. Конечно, у него здесь впереди появляется этот бампер. Но зато они ездят редко. Так-то два джипа чаще выезжают. Один джип там раз в полчаса. Он так редко ездит. Так, на что надо копить? Давайте еще ферму воткнем. Сможем воткнуть? Я думаю, сможем еще фермочку. О, да, наконец-то я купил 5-й слот. Теперь я хочу на команда накопить. Не на команда, а на командира. Точнее, командир, который их там, говорят, усиливает. Надо будет глянуть. Хороший он, нехороший. И даже не знаю, кого заменить, а тут все нужны. Вот это три топовых юнита. Это фермы тоже нужны ради лавандоса, ради бабочек. И джипари нужны в начале, потому что эти все очень дорогие. На них не успеем накопить. Так, вот он давит, наш красавчик. Так, это чей джип? Нет, это не мой джип, потому что он уже с шипами, да? А мой без шипов. Эй, где? Вот он, мой красавец, едет. Давай, дави. Дави, братюня, дави. Все, вроде нормуль. Вроде задавил. Так, что у них там? Давайте сходим и глянем. Так, 300, нет, надо апнуть быстро. Надо тут времени терять, это нам тут сейчас пукан-то разорвут. Так, здесь что у нас? Так, джипари и эльф. Эльф нахлобучивает стоит. Так, где у них фермы? Ого, у них уже три штуки. Три штукенцы, три джипаря и фермы. Раз, два, три. Капец, я им все фермы потоптал. Извините, ребята. Ну все, побежали домой. Что поставить? Давайте ферму еще вот. Так, это апнуто. Так. Давайте поставим еще ферму. Нет. Это же джипарь. Вот она, ферма. Ферма есть, ферма пошла. Ай, денег-то не хватает, 250 надо. Ну что, ребята, булки напрягли. Оп. О, это кто такие? Это медленно, у них 16 жизней. О, у нас еще гранатчик стоит. Гранатчик хорошо нахлобучивает. Надо вот сюда в центр ставить. А я буду всех своих вот сюда сосредотачивать. Вот, вокруг этого БМПшки будем ставить. Вот здесь, да? Мы с подписонами сейчас должны затащить. Либо эти подписоны затащат, либо те подписоны затащат. Все равно, кто бы не затащил, подписоны мои затащат. Просто я буду либо в одной команде, либо в другой. Но это уже не важно. Самое главное не победа, а участие. Как говорится, не корову проигрываем.
Но заточить, конечно, бы хотелось. Но это не точно. Так, 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 так. Ага, две фермы уже есть. И две... А, три фермы даже у нас. Я, наверное, сейчас поставлю... О, он танцует. Ты давай не отвлекайся. Ты давай играй. Ты сейчас тут дотанцуешься, нам тут нахлобучат. У нас уже босс, кстати, идет. Босяра идет. Так, это медленный. Две у него осталось. А у босса 172. Так, у нас гранатчик, пистолетчик и два джипа. Ну, в основном, конечно, джипы будут. У них по 25. О, уже 60. То есть в сумме мы сносим 85. Два раза мы в него воткнемся и все. Все нормально. Джипа, джипаря мы затащили. Ставим еще одну ферму. Апаем ее. И еще одну. Я ставлю обычно сюда 5 ферм. А может, я не буду ставить 5. Давайте, наверное, я буду 4 прокачивать фермы. Давайте, да, я прокачаю сейчас 4 фермы. Еще их лучше сейчас апну на 3 уровень. И буду копить на команду. Ну-ка глянем, что там у моих соперников. Ой, у них тут паровозы какие-то, что ли? Одни джипари. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штук, что ли? Так, здесь у них 5. И здесь вот 6. Точно, 6. Они тут паровозами, короче, решили играть. Паровозы, паровозы. Это хорошо, конечно. А мы чем? Ну, а мы не лыком шиты тоже. Надо денег накопить, попробовать. Я сейчас гляну. Если мы не будем... Ну, вижу, что прорываются на боки. Я, конечно, воткну еще одного джипаря. А если будет все нормально, то я попробую накопить 1850. Сможем, не сможем. Мне кажется, будет тяжеловато нам. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Мне надо еще ставить срочно джипаря. Ой-ой-ой, бегут. Вот эти вот невидимые, хитрожопые такие. Тоже шустрые. Так, а снайперюга на какого уровня? Снайперами я давно не играл, я уже не помню. Так, у меня уже 1100. Мне надо главное 1000... Не-не-не. Мне главное накопить 1850, да. 1850. Все, вроде нормуль. И у нас здесь идут два босяры. Ай-яй-яй-яй. Так, мы здесь вальнули, а они вальнули, нет? Так, 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 так. Ой, да они вообще всех завалили. Ну, у них дофигища этих. Ва, они одними чапарями решили играть. Смотрите, хитропопы какие-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь джипарей у них. И девятый джипарь. Ва, ребята, вы что тут с ума сошли, что ли? Они нас сейчас задавят. А может, не задавят. Так, мне осталось 400 накопить. 400 с копьем. А, 400 и... Осталось 30. 37 монет. 37 монет. Да хватит плясать, а. Ты как... Смотрите, он зомби, как этот. Как босс. Он тут втесался. Ты, наверное, лазутчик. Точно, а. Так, 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 так. Ну, давайте, мне маленько осталось. Я хочу поставить пулеметчика этого уже. Есть. Готово. И ставим его куда-куда. Эй, куда полетел? Ну-ка вниз спустись на землю. Так, 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 чтобы здесь закрыть этот угол, где-то примерно вот так поставим, да? Да, все. О, и он поставил как раз. Мой союзник тоже, братенька. О, два броста, два подписона. Точнее, это я, а это второй подписон. Все, пошла жара нахлобучивать. Так, наверное, сделаю маленько потише звук. Вот так. То будет трещать там сильно много. Так, апаем его и типа все, нормуль. Теперь у нас есть уже апнутый. А, вот у него второго уровня, как лучше таки появляется на рукавнике у него. И маска, да? Ну-ка, у них что? Так, я хочу апнуть ферму. Как тут надо все шустро делать, чтобы тут не просиренькать, и нужно быстро все ходить. Ага, они тоже поставили, короче, командоса. И он тоже у них, кстати, второго уровня. Тоже нахлобучивает. Капец, короче, я чувствую, будет здесь очень и очень потно. Да вы посмотрите, у них тут просто автопарк, автосалон какой-то. Они все зафигачили одними этими джипарями. Тут вообще скоро будет такая гусеница просто идти. Большая гусеница, как его, троллейбус. Точно, поезд, локомотив. Будет весело, я чувствую, будет вообще огонь и будет жарко. Так, что мне? Мне надо ферму апнуть еще. Ферму апаю и пока ждем. Капец, у них гусеница, а? Это просто жесть. Вот это гусеница, да, точно. Так, ладно, отвлекаться не будем. О, 1000 привалило, это хорошо. Апаем еще две фермы. Раз ферма, на вторую хватит. А, соточку не хватает. Ну-ка, давай нахлобучивай, братюня.
О, давай, мой хороший. Вот, давай, нажигай, нажигай, нажигай. По босяре нажигаешь? Давай, 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 давай. Сколько жизни у босса? Давайте глянем, кто быстрее босса завалит. У нас идет и у них идет, да? Так, наши два босса идут, или три даже тут? Три босса идут, а у них... И у них они идут пока. А почему наши вперед проходят, чем их? Как-то эти замедляют их, походу. Эй-эй-эй, они уже завалили почти. Или нет? Нет, у них трое идет, а у нас уже, по-моему, двое. А, еще один потерялся. Короче, тяжело мне так следить. Надо где-то вот посередине встать. Все, вроде огонь, огонь, огонь. Ой, я же могу еще что-то апнуть. Ёлы-палы, денег уже куча. Так, 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 так. Ну давайте и апнем за 1100 еще его. Все, за 1100 апнули. Теперь я буду копить либо на Рейлганнера, либо на Файзера, даже не знаю. Так, 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 так. Ну-ка, как уже сидит и дела? Опять фирма. Они тут решили забор, просто забор из машин поставить. И так вот, все. Вокруг вот так, все вокруг. Это сколько получается? 3 человека по 15, если... один человек может максимум поставить 15 сооружений. Это получается 45 штук можно поставить. 3 на 15, 45. Можно вот так все вокруг заставить одними джипарями. Кстати, надо будет потом попробовать. Мы создадим, наверное, отдельное видео и попробуем чисто-чисто джипарями. Три, кто будет в моей команде, мы просто джипарями все заставим. И сделаем здоровую гусеницу поезд. Точно-точно, мне идея для видео появилась. Так, у нас 1500, пока нормально, пока я не буду ничего апать. Джипаря тоже своего не буду апать, я буду копить на Файзера. Потому что Файзеры мне нравятся. Ну что, друзья, как думаете, получится, не получится затащить, а? Там они тоже не лыком шиты, смотрите, у них там гусеница какая, ууу, джипарей куча вообще. Так, а мне осталось накопить 3200, 1700, короче, еще 1500. Так, у нас босс, да, идет? Босс номер 2, 1600. Ну-ка, давай, нарезай. Этот гранатчик там кидает гранатки свои. Мне кажется, он много не снимает. У нас, конечно, вот, вся сила пока это наших два пулеметчика, два командоса наших. Ну и снайпер нам, конечно, помогает. Он не такой сильный, но все равно. Так. 1200 осталось. А у их босяры сколько осталось жизней? А у них 1300. О, мы пока вроде как побольше сносим. Хотя у них вот этот поезд сейчас весь воткнется. Весь поезд сейчас как передавит его. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько жизни осталось после того, как поезд воткнется. Так, у них по 60 уже жизней. О, так они его сейчас завалят. Но он никогда у них тут не закончится, этот поезд. Короче, у него осталось 800 жизней. А у нашего сколько? Сколько у нашего босяра осталось? Босяра, колбасяра. О, у нашего 400. Не, мы вроде бы как бы побыстрее пока вмочим. Но это не точно. О, здрасте и добро пожаловать. Меня зовут Файзер. Так, а Файзера воткнем вот туда посерединке и апнем его. Давай, 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 мой хороший. 700. 700 сейчас, чтобы у него радиус был побольше. Нам вот этот надо еще низ забрать. Но потом, когда он будет 5 уровень, у него вообще будет здоровое. Самый большой радиус у него, по-моему. Он вообще всю карту будет закрывать. Ну, давай, 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 Файзер, Файзер, Файзер. Файзер, колобразер. Он нажигает. Ну, 700, мне надо 700. Либо чтобы ферма еще раз принесла. Следующая волна и ферма будет. И. Давай 700. Ну, быстрее. Мне тут надо этот угол закрыть. Угол не закрыт, видите, он простаивает. Ну ничего, сейчас мы апнем, и он закроет угол. И хлобысь. Есть, все, видите, угол закрывает. И раз, два, все, он все углы закрывает. Только вот эти чуть-чуть полосочки. Поэтому нужно ставить его всегда в центр. Так, 1100. Апнем фермы, да? Так, давайте ферму раз апнем. Ферму два пока не будем апать, потому что денег-то не машки. Не машечки, какашечки. Так, у них тут эльф нарезает. Надо было для прикола, может, тоже эльфа взять. Ну, что-то я им поиграл один раз, он мне не особо впечатлил. Какой-то он слабенький. Так. Сколько у них тут джипарей, а? Дайте я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И там 16. Если вроде правильно посчитал, там камера дергалась. Вроде 16 штук у них джип.
Вообще колбаса. Такая колбасень. Куда не нагородили, а? Ёлы-палы. Так, а у нас что? У нас стоит Файзер и два Командоса. Так, Файзера могу апнуть. За 2600, наверное, апнем его. Нет, наверное, я апну лучше две фермы. Раз ферму апну и два ферму апну. Ой, я еще третью могу апнуть. Все, я апнул. У меня 4 фермы 4 уровня. Нормуль, пока хорош. А сколько они, кстати, приносят? Наверное, будет по 500 или по 1000 приносить. Последняя, по-моему, по 1500 приносит, если я не ошибаюсь. Могу я ошибаться, уже не помню. Ну чё, попёрли воевать. Гоу-гоу-гоу. Так, я хочу апнуть Файзера. Файзер 2600, нормуль. По 500, да, приносят по 500. А будет, по-моему, по 1000 приносить. По 1000 или по 1500, что-то я уже не помню. Так, апаю Файзера. Всё, Файзер у меня уже 3 уровня. Да, всё, Файзер 3 уровня. Ну-ка, нажигаем. О, плавится бенч. О, он уже джипари апгрейдил. Джипари, короче, у нас с бампером колючим. Обложенный С4, а вот мой бичевский джипарь. Ха-ха, 25, я его вообще не апал. Я на него деньги не трачу. С4 обложенный, еще и пулеметчик сверху сидит. А это 4 уровень, по-моему. А следующий будет уже за 7800. Будет танк, у которого 600 жизни, по-моему, если не ошибаюсь. Так, 4800 еще раз хочу апнуть. И пока не буду апать. На 5 уровень. Сейчас я на 4 апну Файзера. Давай, мой хороший. 4800 есть. О, все, желтый луч у него появился. И мега пушка здоровая. Теперь я хочу апнуть вот этого чувака за 2600. Шестистволкой. Чтобы было 2 шестистволки, это у нас будет 12-стволка. И как-то еще потише надо сделать. Что-то они уже слишком много шумят. Шумят они очень сильно. Очень сильно они шумят. Даже еще потише сделаю. Вот так вот. Все там что-то нарезают. Все термите какой-то там. Так, у них два босса. У одного 1400, а у второго 1500. Ну, короче, где-то 1200 и 1400 примерно. А у наших сколько жизней? А где наши боссы? А, вот эти что ли? Ой, у нас 1500, что-то у нас вообще еще много. Ой-ой-ой, что-то нам как-то будет, мне кажется, тяжело. Ва-а-а, армия идет, армия из бастиаров, первого уровня, у каждого по 180. Так, двойная шестистволка готова. Полетели и... Так, и что еще у нас? А-а-а, надо подумать. Либо за 8800 на 5 уровень апнуть. Либо Файзером за 14 тысяч. Либо, наверное, я поставлю лучше еще одного кого-нибудь. Нет, я, наверное, вот этого сначала апну за 8800. А может ферма вообще апнуть? Давайте как ферму апнем. Хотя бы одну за 4000. Все, одну ферму я апну. Хочу посмотреть, сколько она будет приносить. Я что-то все время забываю. Так, так, пускай они там нажигают. Так, боссов нету больше. Так, 25-я волна. После 30-й пойдет жесть, сейчас пока еще нормально. Я думаю... Ооо, вот что я забыл. Давайте за 2400, конечно же, Риоганера поставим. Я забыл, что он у меня тут. Так, он сюда влезет. Эй, подвинься. Все, есть, Риоганер есть. И за 650 сейчас его апнем тоже. Риоганер тоже пускай зажигает. Так, за 650 сейчас его апнем. Давай, мой хороший, чуть-чуть осталось. Ой, надо ферму вот так. Нужно держать в поле зрения фермы, хочу посмотреть. Эти по 500 приносят. А пятый, по-моему, по 1000 будет приносить. Так, все, апнул. И за 2400 сейчас еще раз апнул. Риоганера. И будем копить. Так, 1500 даже приносит. Я думал, в 2 раза больше приносит. А оказывается, в 3 раза больше приносит. Ну-ка, апаем нашего красавца. Хочу посмотреть. Да как же у него? Вот так вот. Лобысь. О, пушка выросла. Пушка огонь. Вон он стоит, нахлобучивает. Красавчик. Этот уже сколько колой. Ты тут давай не пей, не отвлекайся. Давай нахлобучивай. Так, а что у нас там? Что там у них у соседей-то творится? Ой-ой-ой, кто пропадает? Подождите, мы в какой команде? Мы в какой команде, я уже забыл. Так, мы синие. О, мы затащили. Ю-ху, поздравляю. Прикольно.
Все, хорошая игра. Блин, было прикольно. Мне понравилось. Ну и чё, друзья, была катка. С друзьями вообще веселее всегда играть, а с подписонами вообще огонь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.